для тебя. Мы обозреем самое актуальное, распакуем самое интересное и устроим классные конкурсы с призами. Подписывайся. Всем привет, мы на канале Эльдорадо. Меня зовут Александр, и сегодня у нас на обзоре очень интересный экземпляр. Это бритва от Philips. Вот такая вот бритва. На первый взгляд обыкновенная бритва, довольно крупная, хорошо ложится в руку. До того, как начнем использовать, обращу внимание на классную особенность. Бритва почти полностью разборная, в том числе меняется аккумулятор. Все подробно описано в руководстве. Снимаются и режущие элементы сетки. В комплекте твердый чехол, куда можно все сложить. Эргономика бритвы и составных частей на высоте. Плавающие ножи и плавающая голова, которая повторяет контуры лица. Лезвия не жуют даже длинный волос, сбривают постепенно. Всего их, согласно данным производителя, 72. У этой бритвы такая фишка, что плотность нажатия, она вот определяется светом. Если сильно нажимаем, она, соответственно, начинает гореть. Зарядки честно хватит на час. То есть, в принципе, при ежедневном 5-минутном использовании, фактически, на 2 недели. Из фишек бритва не боится воды. Вся конструкция герметична. Помимо основного плавающего ножа, в ручку встроен триммер. Он откидывается простым движением. То есть бритва такая многофункциональная. Можно триммером подровнять также контур, линию на усах, бакенбарды. Не замена полноценному триммеру, но может пригодиться. Так, бритье мы уже сделали. Сейчас нужно почистить, обслужить инструмент. Вот есть такая станция, очень хорошая вещь, кстати, и контейнер с жидкостью для чистки машинки, чтобы она прослужила подольше. Таким простым движением устанавливаем ее и нажимаем на кнопочку сюда, и она сама себя чистит. Это обеспечивает гигиеничность бритья и поддерживает качество работы бритвенных головок. В конце о новой даже для меня фишке. Бритва подключается к приложению. Туда попадает вся информация о процессе. С телефона можно настраивать параметры бритья. Выбирайте, пробуйте. А у меня на этом все. До встречи в Эльдорадо. Для тебя мы обозреем самое актуальное, распакуем самое интересное и устроим классные конкурсы с призами. Подписывайся.